Переперчили. Вечерний поход в бар закончился для мечей конфликтом с персоналом и давкой на выходе. Одна из клиенток заведения, поссорившись со знакомой, распылила газовый перцовый баллончик. По словам очевидцев, с газом не смогли справиться ни система кондиционирования бара, ни персонал. Такой незначительный на первый взгляд инцидент едва не завершился трагедией. Клиент утверждает, что, начав задыхаться, посетители не смогли выйти на улицу, охрана не выпускала, побоявшись неоплаченных счетов. Некоторые теряли сознание, кто-то пытался разбивать окна. Администрация не предупредила, не попросила спокойно выйти людей, не рассказала, что случилось. Люди в панике начали бежать туда, вот в курилке, где должна работать вытяжка. Толпа побежала туда, но вытяжка там совершенно не работала. Возле входа уже собралась огромная толпа, то есть мы не могли выйти. Мы пошли за куртками. Стояли минут 10, наверное, после чего я потеряла сознание. Очнулась я уже на улице, на земле. На место происшествия выезжала полиция и скорая помощь. В больницу города доставили троих пострадавших. При этом, по мнению руководства заведения, ситуация не выглядела критично, а персонал заведения сделал все возможное, чтобы помочь посетителям. Было очень много людей, двери открыли, но из-за толпы сложно было пройти там периодически, ну, потому что там тысяча человек, дверь одна центральная. И какие-то, может быть, там большие затруднения, но все равно все на улицу вышли. В этом плане нормально. Отмечу, в текущем году в это заведение полиция выезжала почти 300 раз.